оригинальную серию сериала «Громгильда и ее тайный поклонник». Но, ребята, вы не расстраивайтесь, что это финальная серия, так как именно с помощью вас и ваших идей я могу снять новый сериал. Поэтому пишите в комментариях, какой вы хотите новый сериал. Про Беззубика, про Дневную Фурию, про Громгильду Смертохвата. И вообще про все, кто есть. Может быть, про каких-то других драконов. Ну, там, только не которых у меня нет. И пишите в комментариях, обязательно пишите в комментариях про какую, так скажем, историю, какую вы хотите историю, не знаю, там, чтобы я сняла. Может быть, какую-то там про детей Беззубика Дневной Фурии, там, не знаю, или там, не знаю, какую-нибудь еще историю. Может быть, вы хотите что-то типа, не знаю, каких-нибудь сериалов со старыми сериями драконов, то есть что-то интересное такое, или наоборот, второй сезон, вот этот интересный, так скажем, сериал, он, скорее всего, «Громгильда и ее тайный поклонник», но я его как-то по-другому придумаю, поэтому пишите в комментариях свои идеи, какие-нибудь предложения. И такие более интересные я, конечно же, возьму, так скажем, за суть. И, возможно, сниму какой-нибудь новый сериал. Вы обязательно пишите в комментариях. Ну, а мы и начинаем! Дурацкий дракон! Скотал вниз! Куда мы прилетели? На ваш нелепый остров, что ли? Смотри, так, вроде глаза нормальные, яд действует. Так, а ну-ка спокойно. Иди себя спокойно, если ты не хочешь, чтобы я тебя убил, как твоего, так скажем, дружка. По-любому Беззубик сейчас за тобой прилетит. Поэтому жди меня здесь, глупый дракон. Молодец, зови на помощь. Твой дружок сейчас придет и тебя спасет. А заодно я прикончу его. Очень смешно. Так, пойду-ка я в засаду. Куда-нибудь сяду, не знаю, в засаду сяду. Ладно, я пошел. Удобно. Вот она где, Беззубик. Громгильда, Громгильда, Громгильда! Ой, ой, вот она, Дневная Фурия. Ну вот, вот твою подружку нашли. Долети там твой смертохват. Да блин, а. Смертохват, ты серьезно? Глупый дракон. Так, тихо. Вам не кажется, что она как-то подозрительно стоит? Ну, стоит и стоит. Беззубик, стой! Беззубик, кажется, Астрид права. Она тут не одна. Я пойду проведу или... Дневная Фурия, а ну повернулась ты. Ну вот, хоть какой-то единственный нормальный дракон. Кстати, где там мой любимый смертохват, которого я сейчас уничтожила? Ладно, пока что мне этот смертохват особливо не нужен. Мне нужна вот эта девочка, да? Так, сейчас я уничтожу Беззубика, но мне хотелось бы смертохвата одновременно уничтожить. Так, на что клюнет этот дракон? Так, ладно, пока что сниму эту штуку с этого дракона. О, ты что, уже оклемалась?
Ой, да ладно тебе, ты же моя злая. О, хоть удобно будет лететь, у этого дракона седло есть. Так, как бы мне этого смертохвата приманить? Есть идейка. Так, дракоши пусть тут полежат. Точнее, я бы сказала, повисят. Ну, ладно. Так, главное мне уничтожить смертохвата. А самое главное, это песопика этого дурацкого. Ладно. Так, подожду пока что, когда прилетит смертохват. Крамгильда! Крамгильда! Обиделась. Крамгильда, ну прости, прости меня, что я так уж обижал Беззубика, Дневную Фурию. Но они же не мои друзья, они меня не принимают в свое царство. Ты прощаешь меня? Ну, пожалуйста, прости, что я такой, да, дракон, ну да. Ну, я просто тебя очень сильно люблю. Ну, я не виноват. Это не план Гриммеля. Это правда, я тебя полюбил. Ну, как мне это тебе объяснить? Крамгильда, Крамгильда. Ну, ты меня хотя бы слышишь? Что? Ты меня слышишь? Что? Что? На меня мой яд не действует? Что за бред? Стоп! Что? Почему на тебя не действует этот яд? Что ты творишь? Ты меня убьешь? Ну что, убьешь меня? Ты что, правда надеешься меня убить? Если ты хоть одно движение сделаешь, я выстрелю в твою красивую, прекрасную дракониху. И не просто обычным таким дротиком, а смертельно опасным. У меня есть два вида. Обычный, который я подчиняю драконов. И другой, от которого уже ничто и никто не поможет. Ну что, иди ко мне. Я тебя так уж и быть прощу. Что это ваш план? Окружайте его. Что? Каким образом вы меня окружили? Как вы это сделали? Ты что, думаешь, мы просто обычные, преобычные какие-то викинги? Ха! И мы обычные все такие вот тупые, которые ничего не умеем делать. Мы все свое детство враждовали не только с такими, как ты, но и другими. И мы уже знаем, что делать. Поэтому твой план был легко разрушен, потому что у нас был свой план. Да, брат? Да не все легко, как кажется. Смертохват, давай. Хорошо, Гриммель, ты думал, что ты так легко победишь нас. Но нет. Во-первых, ты еще про кое-что забыл. Ну и про что? Беззубик Альфа. И что мне сделать твой беззубик? Ну, может быть, тебе он не альфа, а вот другим драконам он альфа. И он сделает все, чтобы уничтожить тебя. И каким образом? Ну, допустим, он может всех драконов собрать там. Ничего так, да? И что? И то тогда тебе не поздоровится, поэтому
Сдавайся лучше. Никогда я не сдамся. Гримель, смирись уже, беззубый король всех драконов, и тебе не одолеть нас. Мы все одна и дружная семья, все драконы. Все, каждый дракон готов заступиться, даже твой дракон. Они все подвластны одному, беззубику. Но при этом каждый дракон уникален, у каждого своя жизнь, понимаешь? Ты не должен убивать никаких драконов, они же добрые. И Беззубик в том числе. Ну и что, что он единственная ночная фурия? Ну, он, да, может быть, он иногда и как-то, может, убивал людей, даже моего отца. Но все равно драконы — это сила. Они добрые и хорошие, если к ним хорошо относиться, а не как ты. Их миллионы, тысячи, но они не должны умирать, потому что это кому-то нужно. О, нет, нет, нет! Вставайся! Гримель, все, кончено. Нет, 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 нет. Да, кажется, мы победили его. Да, нас много, и мы все большая дружная семья. Даже ты, Смертохват, теперь ты в нашем братстве дружных драконов. Ребята, если вам понравился вот такой вот прекрасный сериал Крайм-гильда и ее тайный поклонник, конечно, со всеми другими драконами, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока! Пока!